Подъехали к терминалу Д Бориспольского аэропорта. Погода уже не солнечная. Так, пойдем греться. Так, это терминал Д, народ. Вот такой зал. Смотрите, ягуарчик стоит на рекламной площадочке. Вот такой ягуар. Headbase. Что можно купить? Рейс нас задерживает на 20 минут. Не критично. Ждем, ждем, ребятки, ждем. Погода серая. В ожидании. В ожидании рейса, ребятки. Скоро полетим. Летим через Эмираты. В Эмиратах не пересадка, а дозаправка. И летим дальше. Спасибо. Началась регистрация на рейс. Идем. Хотя мы зарегистрировались онлайн, но нужно сдать багаж. Места у нас уже есть. Вся толпа. Прошли регистрацию. Все. Пережидаем рейс. Это зона duty free терминала Д Бориспольского аэропорта. Парфюмы. Сумочки. Emporio Armani. Короче, как во всех аэропортах. Погода пасмурная, наверное, наш ты. Может, не наш. А, ты их тут много. Не, я просто хочу. Вот уже взлетка аэропорта Борисполь. Видите, стоят самолеты, но погода пасмурная, но ветра нету, снега нету, нормально. Короче, как-то так. Гоа нас ждет. Кто куда, а мы на Гоа. Нашли место для зарядки. Сейчас зарядим свои смартфоны, чтобы хватило на дорогу. Вот наш выход D9. Отсюда мы будем садиться. Самолет вот через тот рукав. Так, сейчас запитаю все. Телефон на зарядке. Вот такой вот зал ожидания. Таня перешла в горизонтальное положение. Потому что сидеть еще долго. В самолете не полежишь. Эконом-класс. Друзья, далее наш самолет. Уже все, идем садиться.
и будем лететь. Народа поднабралось. Зал был полупустой, сейчас куча народа. На улице уже темно. Лететь будем ночью. Да, прилетаем около 8 утра по ихнему времени. По нашему это где-то 4 час будет ночи или утра. До встречи на борту. Все, вот по такому коридору идем. Спускаемся. Мы летим в Гоа. Ой, а тут холодно уже, все. Дует. Все. Вот, еще один коридор. Мы на борту. Уже на борту самолета, уже самолет встает. Назад сейчас на рулежку. Идет инструктаж, стюардесса показывает меры безопасности. Обрабатывает жидкостью специальной, ну, противозамерзания или от замерзания. Вот видите, какая махина. Как раз крыло обрабатывает. Видите, прям возле иллюминатора. Ну, забрызгал весь иллюминатор, вообще ничего не видно. Спасибо. Как хорошо. Короче, облили все иллюминаторы, ничего не видно. Сидим. Ну ладно. Взлетим, я думаю. Разъясниться. Садимся в аэропорту Абу-Даби. Объединенные Арабские Эмираты. Лунная ночь. Иллюминаторы немного, конечно, грязные. Абу-Даби, как видите, туман. Нас дозаправили, но взлет диспетчерская служба не разрешила. Поэтому весь народ выпустили в терминал до того времени, пока будет идет туман.
там бабушки были. Вот, а для автобуса пойдем. Короче, вот такое приключение. А если туман не развеется, мы останемся в Абу-Даби. Нет, они, наверное, через час посадят самолет и делают информацию. Потом через 15 минут так то же самое произойдет. Никаких проблем не будет. Может, арендуют там из Турции по Абу-Даби. А на трех посадок тебе сейчас устроят. Никто кроме того. Заходим в аэропорт. Получается, мы еще будем проходить какую-то регистрацию, дали нам какие-то талоны. Транзитная карта. А, транзитная карта, да. Мы зайдем транзитом в терминал. То есть мы не будем покидать транзитную зону. Она нас не выпустит. Сам город, но в аэропорту. Такой зал ожидания в аэропорту Абу-Даби. Чтобы не заморить нас жаждой, дали вот такую водичку. Раздали всем в зале ожидания. Так что мы теперь от жажды не умрем. Ну что, народ, уже 7:29, 7:30 утра, нас до сих пор никуда не отправили. Туман. Туман висит, самолет никто не выпускает. Мы уже здесь находимся часа 4 в аэропорту Аль-Айн, аэропорт Абу-Даби, Эмират Абу-Даби. Народ уже начал ссориться с представителями авиакомпании, вернее, со стюардессами, чтобы предоставили, ну, там, отель или еще что-нибудь. Пока никто ничего. Принесли с самолета кофе, водичку. И все. Сидим, ждем. Вообще, по всем этим законам нам должны предоставить питание или даже отель, если задержка рейса там более чем на 3 часа, по-моему. Должны предоставлять уже какие-то условия проживания. Но пока этого ничего нет. Так что путь в Гоа получился с приключением. Насколько затянется, еще неизвестно. Как-то так. Так, кажется, туман уже развеялся. Видите, уже видно небо. Все, самолет, а то вообще не было видно ничего. Дальше вот этих вот столбов. И сейчас продолжим наше путешествие в Гоа. Надеюсь, уже без задержек.
Вот так вот. Нежданно, негаданно пришлось нам позависать в этом аэропорту. Это какой-то аэропорт такой, ну знаете, небольшой. Здесь нету особого движения. Видите, один наш самолет мало стоит и все. Просто технически сели дозаправиться. В аэропорту тут нормально, ну, нету питания такого там, еще что-то. Потому что народ начал предъявлять претензии представителям нашего перевозчика, стюардессам. Они связались с Киевом, но организовать здесь питание нереально. Это только нужно откуда-то его привезти. В общем, ну, там по этим всем моментам, по задержанию постоянно, ну, должны предоставлять всякие услуги сервиса, вот, да, отеля и так далее. Надеюсь, все будет нормально. Пока. Все. Посадочка. И строительные, и арабы. Ну, конечно. Теперь мы остановиться, уже подъехал бензовоз заправлять самолет на обратный рейс. Сейчас нас высаживают и забирают туристов, которые здесь ждут в связи с нашим опозданием на 5 часов. Люди тоже торчали. У них 8 часов был должен быть вылет. Теперь вылета часа в 3 дня по ихнему времени. Вон наш самолетик, на котором мы прилетели, все стоит уже, ждет новых туристов, а мы идем по коридору на паспортные контроли, получать багаж и все такое, заполнять надо какую-то там карту регистрационную. Часть пассажиров заполнила в самолете, дали стюардессам, но у них на всех не хватило этих талонов. Будем заполнять здесь, в аэропорту, и все, поедем в отель. Ну а там вам все покажем. В общем, это аэропорт Гоа. Гоа — это самый маленький штат Индии.
Находится он на юго-западе Индии. Как-то так. Выполняем сейчас вот этот вот регистрационный талончик. Вот так вот. Вот здесь пишутся паспортные данные, где мы проживать будем. Номер телефона.